Что нахмурился, браток, не грусти, ты печаль свою с души отпусти. Монитор рукой сильнее качни, из гусака валун большой урони. Да запиши еще лопату скорей, и мой песочки на столе веселей. А время быстро, как водичка, бежит, и вахта птицы в небе синим летит. Встречай, шумиха, отныне здесь не будет больше тихо. Суровой ниткой шьет судьба портниха старательских историй кружева. Мы не из стали, но на характер свой экзамен сдали. Нас на других участках называют шумихинская братва. Давай заварим кипяточком чаек, плывет в окошко сигаретный дымок. Пусть пролетает между слов матерок, он как сибирский озорной ветерок. А жизнь артельская такая, браток, я изучил ее вдоль и поперек. И дам совет тебе простой от души, без головы бежать вперед не спеши. Встречай, шумиха, отныне здесь не будет больше тихо. Суровой ниткой шьет судьба портниха старательских историй кружева. Мы не из стали, но на характер свой экзамен сдали. Нас на других участках называют шумихинская братва. Кроны кедра выше синей тайги, и в небе светят ярких звезд огоньки. Бег вахтовочку в поселок гони, там в столовой с мясом борщ пироги. Дымок над банькой в небе сизый плывет, чтобы попарился артельский народ. Ох, с устаточку хороший порог, душу с телом исцелит и спасет. Встречай, шумиха, отныне здесь не будет больше тихо. Суровой ниткой шьет судьба портниха старательских историй кружева. Мы не из стали, но на характер свой экзамен сдали. Нас на других участках называют шумихинская братва. Встречай, шумиха, отныне здесь не будет больше тихо. Суровой ниткой шьет судьба портниха старательских историй кружева. Мы не из стали, но на характер свой экзамен сдали. Нас на других участках называют шумихинская братва. Вдох глубокий, руки шире, не спеши. 3-4, бодрость духа, грация и пластика. Общий укрепляющий, утром отрезвляющий, если жив пока еще, гимнастика. И если вы в своей квартире, ляжьте на пол. 3-4, выполняйте правильно движение. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне. Вдох глубокий до изне, мажения. Очень вырос в целом мире грипповирус. 3-4, ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу гроб, сохранить здоровье чтоб. Применяйте, люди, обтирания. И если вы уже устали, сели, встали, сели, встали, не страшны вам Арктика с Антарктикой. Главный академик Йофе доказал, коньяк и кофе вам заменит спорт профи. Лактика, разговаривать не надо, приседайте до упада, да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не имется, обтирайте, чем придется, водными займитесь процедурами. Не страшны дурные вести, мы в ответ пишем на месте выигрыша. Даже начинающий, красота среди бегущих, первых нет и отстающих, бег на месте общепримиряющий. Был султан, я б имел трех жен. Чё там трех? Мной гарем был бы заведен. Но не сбыться уже всем моим мечтам. Почему? Да потому я и так султан. Неплохо очень
иметь свой гарем. Но плохо очень ходить мне ко всем. Если б я был султан, ну вот как сейчас, власть народу бы отдал, пусть не всю, но час. И тогда султанат быстро расцветет. Но с другой стороны, а хочет ли народ? Неплохо очень народ понимать, чего не хочет ему не давать. Если б я был султан, каковой ты есть, я бы денег занял под процентов 6%. Чтоб поднять ВВП, прихожу как съем, а они мне дают под процентов 7%. Не просто мыслить масштабом страны, еще не проще масштабом жены. Как быть нам, султанам, некому помочь? 100 проблем, 100 забот, плюс еще и дочь. Где найти жениха, чтоб умен, богат, чтоб хватило на дочь и на султанат? Я очень дочу отдать бы не прочь. Но, кстати, помни, она наша дочь. Да? Я помню. Но вот от кого? Народа дочка, она своего. Труднее жизни султановой нет. Какие, кстати, там цены на нефть, а? А? Да?